вечер, 7 часов, в студии Латвийского 5 канала. Меня зовут Андрей Мамыкин, это прямой эфир программы «Без цензуры». В течение ближайшего часа наш гость – это Сергей Пизанс. Он руководит, является председателем правления Европейской похоронной ассоциации. Добрый вечер. Здравствуйте. И как мы обещали, в течение ближайшего часа мы поразмышляем о том, что бывает с человеком, когда он умирает. В самом прямом смысле. То есть о похоронном бизнесе как таковом в Риге, в Латвии и в Европе тоже. 6735-7431, телефон прямого эфира. Мамикин.ТВ5.ЛВ, адрес для электронных посланий. Онлайн-голосование мы сформулировали следующим образом. Куда человек попадает после смерти? И три варианта ответов уже на ваших экранах. Если вы считаете, что на кладбище или в колумбарии, 905-01-321. Если вы считаете в ад или в рай, по обстоятельствам, 905-01-322. Если вы считаете, что он непременно попадает в лапы похоронной мафии, 905-01-323 – это телефон для вас. Господин Пизанс, а вот ваша ассоциация, она правда европейская? И она объединяет фирмы, которые занимаются похоронным бизнесом, со всего европейского континента? Или вы так вот в Риге тут сидите и просто для красоты назвали все это словом «Европа»? Нет, это действительно так оно и есть. В нашей ассоциации есть фирмы похоронные с Эстонии, с Литвы, с Чехословакии, с Германии, с Польши. Ну, то есть европейские, по-честному европейские. По-честному, да. А почему вы решили создавать ассоциацию? Ассоциацию решили создавать для того, чтобы делать какие-то законы для похоронных служб. Потому что на сегодняшний день для похоронных фирм в Латвии нету закона. И то все есть работают, вообще никакого закона? Никакого закона нету, и все работают без закона, и никто... Слушайте, я вот готовясь к этой программе, я этого не знал. Нету закона о похоронном бизнесе? Совершенно верно. То есть каждый, кто как хочет, тот так и может, да? В общем, работать? Да. Совершенно так оно есть. Есть закон только о кремации. Как правильно кремировать и как этот процесс должен происходить. Другого закона нету. Есть еще один маленький закон для медиков, для семейных врачей, как правильно констатировать смерть. И как это должно происходить. К сожалению, для похоронных служб никакого закона нету, и поэтому все делают так, как считают нужным, и так, как считают правильным. Вы знаете, я хочу рассказать вам, поделиться просто страшной историей. У меня друзья имеют дачу под Айскроуклой, и они рассказали, что некоторое время назад приехали с детьми на дачу, а, так сказать, за заборчиком стоял гроб, там, значит, лежал усопший, при этом соседи их очень громко пели, танцевали, плясали, они были связаны, скажем так, с не очень традиционной религиозной организацией, считали, что именно так надлежит проводить в последний путь. Когда они вызвали полицию, другие соседи вызвали полицию, там, ЗМСР, еще что-то, они говорят, мы ничего не можем сделать. Это их родственник, и они имеют полное право прощаться с ним так, как... Они сильно шумят, да, там, децибелы не превышают, ну, тогда терпите. Они на своей частной земле прощаются. И смешно, и грустно при этом, потому что... Ну, вот, получается, вы правы, закона нет, и как хочешь, так и прощаешься с усопшим. Ну, здесь еще другой вопрос есть. У каждого человека есть какая-то вероисповедание, и у каждого вероисповедания есть свои каноны, как умершего хоронить. У староверов одни правила, у православных другие, у католиков, третьи у лютеранов, четвертые у евреев, пятые у мусульманов, шестые. То есть у каждого народа свои правила. 6735-7431, телефон прямого эфира, Мамыкин.ТВ5.ЛВ, адрес для электронных посланий. Скажите, вот почему молодой парень, которого зовут Сергей Пизанс, пошел заниматься похоронным бизнесом? Я даже вам не могу так как ответить правильно. Ну, так как-то в жизни получилось, что я попал в эту систему и тут остался. И кто-то должен это делать. И... Я считаю, что надо какие-то наводить порядки, чтобы было правильно, и чтобы не было таких вопросов, как надо правильно делать. Должно быть все это написано, и все должно происходить так, как должно быть. Чтобы никто никогда ни на кого не жаловался, и вопросов лишних не задавали, как это должно быть. Ну, а вам не страшно по-человечески было? По-человечески сначала было страшно. Потом это перешло в такую, как вам сказать... Ну, это стало работой. И страх, он сам по себе ушел со временем. А кто работает вот в этом бизнесе? Что за люди по характеру? По характеру? Совершенно разные есть люди. Есть вспыльчивые, есть невспыльчивые, есть добрые, есть недобрые. То есть совершенно разные.
Здесь нельзя сказать, что вот такие вот люди работают в этой сфере. Люди совершенно разные. Скажите, вот насколько верны утверждения, что похоронный бизнес – это сплошь криминализированные структуры? И, в принципе, я посмотрел немало фильмов в России, наверное, так это и есть, потому что люди, которых в фильмах принято называть бандитами, очень часто и нередко контролируют этот бизнес, непосредственно сами занимаются этим бизнесом, как-то решают вопросы, конфликтные ситуации. Вот в Латвии это тоже похоронный бизнес равно мафия? В Латвии это совершенно не так. Это все только на слухах происходит. Здесь, в этом бизнесе, работают все. То есть, как начался кризис, и люди работали, допустим, в фирме водителем, каким-то агентом, они узнавали, как это делается все, и они открывали свои фирмы и начинали предприимчивость. Да. То есть, свои организовывали фирмы, своих людей нанимали и делают, называются похоронщиками, так сказать. Да, но опять-таки любой может быть, не надо никаких лицензий. Любой, закона нет, да, какие уж тут лицензии? Да, закона нету, никаких лицензий нету. Имеешь офис, какой-то, какие-то связи, где это все должно происходить. И ты можешь так же самое арендовать катафалк в другой фирме, гроб купить у третьей фирмы, крест у четвертой. И вот так вот все это собрать, и он называет себя, что он великий похоронщик. И, к сожалению, у таких людей получается всегда дороже, чем в больших, хороших фирмах, где все происходит, и есть у них все свое. А что значит большая фирма? Большая... Я понимаю, что есть определенное количество умерших людей, ну, примерно там для Риги это, наверное, тысяч десять человек, которые умирают ежегодно в среднем. И, ну, понятно, что не может рынок увеличить до 20 или там 40 тысяч, нельзя. Если, конечно, не к насилию прибегать. То есть, а что значит большая фирма? Большая фирма – это значит, у этой фирмы есть свой транспорт, свои катафалки, есть свои магазины. Есть свой морг, есть свой санитар, есть свой доктор, кто осматривает умерших. И есть свое какое-то небольшое производство, где они драпируют гробы тканью. И какие-то имеют там склады и своих работников, которые работают постоянно, каждый день. И обслуживают... Если похоронное бюро, написал нам Валерий, на электронку берут хотя бы за малую работу, то непонятно, за что вообще гребет государство обалденные суммы. Речь идет, наверное, о налогах. Айверс Озолс, директор Рижского крематория, так представился звонящий человек нам за эфиром. Господин Озолс, добрый вечер. Вы правда директор крематория? Да, нет проблем. Здравствуйте. Да, да, да. Я могу сказать, что, в принципе, Сергей блефует, и он хотел сделать крематорий в Алмере, потом в Риге. Это, ну, все буквально, ну, блефует человек. Ну, что делать? А в чем блефует-то? Он что, не из похоронного бизнеса? Нет, он хочет занять весь бизнес Латвии, он себе, ну, как сказать, в голове себе... Так, господин Озолс, давайте договоримся о двух вещах. Во-первых, вы, алло, вы выключите телевизор, потому что вы сейчас разговариваете сами со своим собственным эхом, мы вас не слышим. Во-вторых, да, смотрю, смотрите... Меня немножко удивляет, что такой человек может вообще выступать, он, наверное... Или сам заплатил, или что там, не знаю. Господин Озолс, если вы сейчас смеете утверждать, что участник программы нам заплатил, пришлите прямо сейчас. Пришлите прямо сейчас мне на электронку ваш личный код и адрес прописки. И я на вас подам в суд. До свидания. Нет, не надо суд, пожалуйста. Насчет блефуют. Вы правда хотите что, всех покойников под себя подмять? Нет, не хотим. Это просто нереально сделать. Это так же самое, что вы хотите все телевидение под себя подмять. Конечно, да. Ну, там Озолса послушаешь из крематория, так, конечно, все куплено. Господин Озолс, я его прекрасно знаю, и благодаря, в принципе, нам в Рижском крематории опустились цены. Потому что цены были очень большие, и они их только подымали и подымали. На сегодняшний день наши участники ассоциации, мы кремируем в Эстонии. И в Эстонии получается дешевле кремировать, чем в Рижском крематории. Господин Озолс, если вы арендуете крематорий в Рижской думе, и у вас там какие-то свои дела, то вы задумайтесь о себе, что вы делаете, и скиньте людям цену, чтобы у вас было все
доступная цена для кремации. А в кремации цены высокие, действительно, многие высокие. На интернет-порталах жалуются. Высокие, некоторое время назад, ну, особенно газеты «Вакразинис», там лет 5-10 даже назад писали, что крематорий был единственный в Балтии, даже из Литвы приезжали сделать кремацию в Риге. Совершенно верно, так оно и есть. Все приезжали, и в прошлом году литовцы построили свой крематорий. И так как они построили свой крематорий, все литовцы начали кремироваться в Литве. И цена там тоже не маленькая, и, ну, так как он литовский, все литовцы поддерживают свою страну. У нас, к сожалению, господин Узлов... А у нас один крематорий сейчас? У нас один крематорий. Один крематорий? Да. Один крематорий, которым руководит господин Озелс, и цены у него совершенно высокие. Но это правда Озелс? Это директор крематория? Да, я даже... Нет, слушайте, надо судиться, это даже не вопрос, просто не вопрос. Я, знаете, много самозванцев, они выдают себя за Домбровского, за Атларса, звонят к нам в студию. А почему ни страна не имеет права, так сложилось, что нельзя иметь 2, 3, 4 крематория? Страна и может иметь 2, 3 крематория. На сегодняшний день... Мы хотим построить крематорий в Валмере. Вы действительно хотите построить в Валмере? Да, действительно хотим. Нам Валмерская дума выделила кусок земли, где мы должны построиться. Сейчас идут подготовительные работы, и мы его построим. То есть вот это вот как бы обвинение в купленности Мамыкина, не только. В общем, это причина этого, что вы, ну, конкурент. Мы действительно конкурент, и нам все говорят, что мы хотим своей ассоциации все забрать под себя. Это просто нереально, и такого делать никто не будет. Потому что, когда мы начинали в 2004 году, у нас было 20 фирм. На сегодняшний день их 60. Это только в Риге, наверное? Это только в Риге. Потому что я читал большой обзор в журнале «Балтийский курс», которым руководит профессор Павук Ольга Андреевна, как главный редактор. Так вот, у нее большая обзорная статья была перед кризисом, перед вот самой такой большой волной и спадом. А в Латвии всего по стране действовало порядка 200 фирм. И я подумал, если, ну, все равно же умирает людей столько, сколько умирает, несмотря на и высокую смертность и так далее. Но это огромная конкуренция, если 200 предприятий огромные, по всей стране. Хорошо, а рижане могут прийти, не знаю, хоронить людей в Даугавпилсе? Да, конечно. Могут? Могут. Люди вправе выбирать, где они захотят, там их, как говорится, их родственника и похоронят. Хорошо, а с точки зрения нюансов вашего бизнеса, вам легко будет зайти на рынок Даугавпилс? Нет, нелегко. А почему? Ну, во-первых, этим бизнесом надо заниматься и жить рядом с ним. Здесь нельзя, что построил магазин, и к тебе люди пошли. Здесь надо постоянно этим заниматься, постоянно быть рядом. Как и с любым другим делом. То есть нельзя его бросить и оставить на кого-то. То есть он не пойдет, как и любой другой. То есть, ну, как вам сказать, не нужно получится. Быть в среде, нужно жить быть в среде, там. Надо жить там, да, надо быть всегда рядом. То есть как и с любым другим бизнесом. А вот разговор-то про мафию и про все. Нередко случается так, что человек еще не успел умереть, да? ДТП, или я не знаю, там, человек умирает, соседи нашли, позвонили, не знаю, в скорую помощь, там, еще куда-то, да, констатируем, что человек вот умер, да, то на мобильные телефоны многих родственников уже косяками идут звонки от похоронных фирм, пожалуйста, позвоните, мы можем приехать, у нас недорого. Как эта информация, то есть полиция, скорая помощь и государственные службы сидят на, как говорит господин Озулс, вероятно, ему лучше знать, на дотации у похоронных фирм, да? Да, так оно и есть. И информацию напрямую перенаправляют. Да, да. Давайте о механизме этого сотрудничества поговорим сразу после короткой рекламы на Пятом канале. Реклама, оставайтесь с нами. Добрый вечер всем, кто смотрит Пятый Латвийский канал. С этой секунды, как сказал директор самоуправления Риги, вернее, предприятия, которое принадлежит самоуправлению Рижский крематорий, Айвар Озелс, это продажная программа за взятку, которую Мамыкин взял. Ну, далее по тексту. Если вы хотите узнать подробности, звоните в Рижский крематорий Айвару Озелсу. Он наверняка расскажет вам все секреты финансирования службы и новостей ТВ5, и программ без цензуры, и журналистики вообще. А я, кстати, не помню, что это за Озелс. Это не тот ли, который когда-то был депутатом Думы давно-давно? Что-то такое было, да. Не помните? Не помню точно, но что-то... Не главный врач бывший, главврач первой горбольницы?
Я начинал в журналистике, помню, разворовали там огромное количество денег на системе отопления на газовом котле. Но бесспорно, судьба господина Озолса будет ближайшей нашей темой, просто одной из первых. Но это все потом. Про то, как информация. Я вам сейчас почитаю электронки, на чем мы до рекламы расстались со зрителями. Смотрите, вначале просто от Михалыча строчка из Амар-Хайяма: «Ад и рай в небесах, утверждают ханжи, я в себя заглянул, убедился во лжи, ад и рай не круги мироздания, ад и рай — это две половинки души», написал нам наш автор. «Глядя на латвийский похоронный бизнес, поймите, для кого и похороны праздника, если могильщики поднимают цену, значит, стоимость жизни растет. Что вы получаете в сотрудничестве с врачами и полицией?» — спрашивает Андрис. И еще пару электронок прочитаю. Например, спрашивает Арнис, кажется, нет, Айверс. Спросите у своего гостя, сколько фирмы похоронного бизнеса платят семейным врачам за данные только что умершего человека. Вот только честно, господин Пизанс, есть это сотрудничество, гласное и негласное, между похоронными конторами и государственными структурами? К сожалению, есть такое. Но этим пользуются не все фирмы. То есть большинство фирм такими услугами пользуются. Договариваются и с семейными врачами, и со скорой, и с полицией. То есть где возможна какая-то утечка, со всеми договариваются, и какие-то договоры происходят. Пользуясь терминологией директора рижского крематория Айвара Озолса, это за взятку? Платят? Есть вознаграждение у медсестрички, у больницы, у полицейского, я не знаю, за то, что он сообщит, куда надо? Такое говорят, что есть, и такое происходит. Я уж боюсь спрашивать, законно ли это. И, наверное, законно, потому что нет закона. Наверное, незаконно, потому что нет закона, как вы и говорите. 6735-7431, телефон прямого эфира. А после смерти все люди однозначно попадают на кладбище. Вот куда попадают их души? Вот в рай или в колумбарий. Кстати, что такое колумбарий? Это там, где урны после кремации. А Олег спрашивает, стоят. Это, я думаю, никто не знает, никто из мертвых не воскрес, не рассказал, как там. Не так ли? Слушайте, а вы сами боитесь смерти, господин Пизанс? Уже, наверное, нет. А боялись, когда начинали заниматься этим бизнесом? Когда-то боялся, уже так напугали, что уже, в принципе, наверное, не страшно. Слушайте, вот эта вот неурегулированность бизнеса, рынка похоронных услуг. Я, например, читал несколько материалов, что в Валмере тела умерших людей хранили, я не знаю, как сейчас, хранят ли сейчас, в обычном морском контейнере. К сожалению, так оно и есть. Это правда? Это правда. Вы можете поехать, и есть контейнер, я видел его своими глазами. Это морской контейнер, стоит он на автостоянке, где вокруг есть, автосервис, стоят машины, и там оборудовали морг, там хранятся умершие, там нету ни воды, ничего там нету. Просто контейнер, где стоит холодильное оборудование, и как-то охлаждает. То есть это они называют моргом. И сколько человек в этом контейнере? Контейнер многие представляют там по картинкам в порте. Да. Сколько в порту, сколько там человек можно поместить, тел вернее их? Я думаю, что 10-20 там можно поместить. Я помню, покойный еще депутат Сейма, прошу прощения, Рижской думы Леонид Курдюмов в этой студии рассказывал о том, что морги, по сути, при больницах и там вот городские, находятся в советском состоянии. Их никто не ремонтировал, не было, по крайней мере, по ситуации на пару лет назад, программы реновации. И иногда работа в этих моргах, это была даже угроза для состояния здоровья тех санитаров и сотрудников, которые эти морги обслуживают. Сейчас ситуация с моргами, по вашим оценкам, такая же катастрофическая? Нет. Сейчас ситуация улучшилась. При больницах сейчас они почти что все отремонтированы, поставлено новое холодильное оборудование, и никакой такой угрозы нет. Но это в больничных моргах. Есть морги, которые неофициальные. Люди хранят в своих машинах зимой, фирмы, которые маленькие. Есть, которые в гаражах к себе домой везут, оставляют. И есть, грубо говоря, неофициальные. Даже у господина Озолса с крематория, да. Он сдает подвальное помещение одной фирме, которая там оборудовала морг.
В крематории? В крематории, да, в подвале. Не, ну это все, конечно, честно. Это Мамыкина программа «За взятку», да, там все, да, честно. Да, там все честно. Он свой холодильник он держит в хорошем состоянии, а той, которую фирме он сдает, там ужасное все состояние. Там даже нету ни воды, ни душа, ни обычных, ну, ни хороших санитарных норм, где люди могут работать. Юрий Золайна присоединяется к нашей беседе. Это наш зритель. Юрий, прошу вас, добрый вечер. Добрый вечер. Я в начале 90-х работал в организации. У нас было около 500 человек. И мы хоронили каждый год 2% примерно людей. И тогда не было вот этого всего сервиса. И мы с мужиками там... Типа чуть ли не похоронную бригаду организовали. Я все почти рижские, Елгавское, два кладбища знаю там в принципе. И вот когда немножечко, видимо, лучше стали люди жить или хуже люди стали жить, но появились деньги на накопление, на меньше, вот. И я не буду называть фирму, могу назвать, у меня умер коллега мой, знаете где? Кызылорда. Кызылорда – это посередине между Ташкентом и Оренбургом, если для кого-то. Так вот, нас выручила, не отдавали там труп без денег, нас выручила фирма похоронная и привезла нас, моего коллегу молодого, еще 42 года оттуда, выцарапали оттуда, да, выцарапали из этот... из Подмосковья там эта станция, ой, ну да. не в этом дело, оттуда его привезли. Я с этим бизнесом более-менее знаком, потому что люди умирали, и вот Гена Возняк, если вот сидеть, я не буду называть фирму, чтобы не рекламировать, я им до сих пор благодарен, сколько они мне, поскольку я там отвечал за эту процедуру, сколько они мне помогали, чтобы... А вот я о чем хочу сказать. Я уже года два или три, ну, минимум два года, достаю Андреса Америкса, достаю в прямом эфире по поводу колумбария. Да, вот я православный, для нас не очень принято, ну, кремировать, ну, не принято, да, да, в общем-то. Вот, но я, сколько я знаю, в Германии 120 крематориев и есть колумбарии. Так вот, и он мне сперва говорил, через полтора года будет, через два года, через два с половиной года будет колумбарий. Буквально на днях посмотрел, что еще этот вопрос все затягивается. Я о чем? У нас уезжает, вот я тот человек, который должен задумываться, я вот лично, тот человек должен задумываться, у меня место есть на могиле, там все прочее, а что будет, кто ко мне придет и все прочее. Да, Юрий, спасибо. У меня такое ощущение, что пропала связь, хотя Юрий звонит часто, но всегда говорит по делу, в отличие от... Я надеюсь, что это просто проблема со связью. В отличие от господина Озулса, прости господи. Можно вопрос гостю, спрашивает Валерий. А вот если не секрет, умирать людей в последнее время стало больше по сравнению с жирными так называемыми годами или меньше? Вот вы можете по своему бизнесу это отследить? Можем отследить. В Риге происходит в районе 10 тысяч умирает в год в городе Риге. Были колебания, в 2009 году 9 тысяч было, а основа где-то так вот и есть, в районе 10 тысяч. Там, ну, то есть 9, нету какого-то 10, там нет увеличения, там тяжелая экономическая ситуация, не отдал кредит, самоубийство, инфаркт, еще что-то. Именно вот в эти года, когда был кризис, и именно был большой всплеск по суициду. В основном это уходили люди, мужчины до 40 лет. То есть это были, вешались, прыгали и так далее. То есть... Андрис отсылает нас к теме, которую ТВ5 тоже освещала еще в программе «7 новостей» с Владиславом Андреевым. Был такой специальный репортаж о так называемых черных похоронных конторах. Так вот, Андрис спрашивает вас, Сергей, насколько незаконно, используя свое служебное положение, в общем, получать неразрешенные и незадекларированные доходы. И есть ли в этой связи определенный какой-то этический хотя бы кодекс в этом бизнесе, коль скоро государство не может принять закон. Есть кодекс этики? Кодекс этики есть, но не все его выполняют. А то это он как книга, он где-то лежит, подписан? Нет, никем он не подписан. Это все в каждом человеке в душе, так сказать. Хорошо, вот так называемые черные похоронные фирмы, которые ловят там чуть ли не у выхода из морга или из больницы, или на кладбище они есть. И тогда, я помню, мои коллеги
снимали скрытой камерой, как они тут все похоронщики, да, носильщики представлялись родственниками усопшего. И вот, вот они скорбят, они там несут гроб, они закапывают во время похорон, да. Вот. А даже коллега спросила, как зовут покойного, да, никто не мог ответить. То есть это реально были чужие люди, незнакомые с тем, кто умер. Есть такая ситуация сейчас? Есть, конечно, такая ситуация. Опять же, это пользуются предприниматели, которые, как мы их называем, черные ангелы. Вот. А они же возле больницы караулят, смотрят, что люди идут в морг, получают документы, потом к ним подходят, спрашивают, есть у вас фирма, нет у вас фирмы. Ну, начинают разбалтывать и предлагают свою фирму, садят в машину, отвозят в магазин, предлагает им свои услуги, которые говорят, что у нас самые дешевые, самые лучшие и самые качественные. В итоге это выходит, что у этих фирм ничего нету своего, и они покупают, опять же, как есть, оптовый склад, где все производится, и розничный. Они розницей занимаются, но людей обманывают, что говорят, что это у них дешево. Сколько сейчас стоит, может быть, опять-таки глупый вопрос, это как средняя температура у пациентов по больнице, сколько сейчас стоит похорониться? Вот от и до, хотя бы, если вы можете ценовые назвать. Не берем черных похоронщиков и не берем, условно, там экстра услуги Германии. Вот в Риге, в Латвии, здесь и сейчас. Да, я могу на этот вопрос ответить. Средняя цена идет где-то в районе 300 лат, это минимальные похороны, и свыше 500, 500, 700, все зависит от гроба, какой клиент выберет гроб, от этого цена и складывается. То есть расход цены это 300-500 лат, то есть средняя цена. Вот что написал еще Андрей. Я совсем недавно пришлось воспользоваться услугами похоронного бюро, но я остался доволен, если, конечно, можно так сказать. Но волосы встали дыбом, пишет вот автор электронки, когда узнал, что с этого горя наше государство исправно взяло себе 22% ПВН. Это выше моего понимания. То есть за каждую услугу в похоронном бизнесе, за гроб, за, не знаю, там, еловые веточки, за крест, за любую услугу или товар государство взимает 22%. Это так? Да, это совершенно так оно и есть. Раньше, до вступления в Евросоюз, наши услуги облагались нулевым ПВН. То есть людям не надо было переплачивать за эти услуги. Потом, когда мы вступили в Евросоюз, у нас был 5% налог. Потом прошло какое-то время, когда всем поднимали налоги, нам сказали тоже, ребята, ваши услуги будут облагаться тоже 22%. Да. То есть разница в цене увеличивается мгновенно, потому что суммы идут большие, скажем, если похороны 500 лат, и плюс ПВН, это больше 100 лат выходит. И людям приходится это платить. Хотя это социальная сфера, где не должно такого переплачивать. Ну, 500 латов – это сразу там, 5-я часть. Если 20, бы это было 20%. Бы там 2-3 лата, это было бы незаметный налог. А когда идет такими суммами, тогда, к сожалению, есть. Вот даже вот если, к примеру, взять, государство выдает, когда человек умирает, две пенсии. Ну, скажем, допустим, у человека пенсия 170 лат. Когда он умирает, ему две пенсии, это 340 лат. Можно уложиться уже в эту сумму, если человек совсем вот бедный? Подождите. С этих 340 лат снимают еще за стаж. Раньше-то не снимали. В последние где-то полтора года начали снимать за стаж. То есть это забирает еще с каждой пенсии в районе 30 лат. То есть две пенсии – это 60 лат. Было 340, отняли 60, получается 280. То есть, в принципе, за 60 лат можно купить уже гроб. То есть у людей забрали гробовые деньги. С этих 260 надо заплатить налог, минус 22%. Это получается, еще лат в 50, допустим. Остается 210, да? 280 было, минус 50, 230. 230. За 230 лат вам надо купить место на кладбище, если у вас нет места. Место сейчас стоит 100 лат. Раньше оно было бесплатное. Выдавали два бесплатных места. Сейчас одно место стоит 100 лат. Минус это еще... на кладбищах, городских самоуправлений? Да, на кладбище. Я там не беру про частные кладбища, принадлежащие религиозным общинам. Там и по 1000, и по 1500 приходили электронки. Да. Еще 100 лат отнимите. Получается у нас... 100 с небольшим, 110 латов. 110-120 латов. Можно походить человека на 110 латов? За этих 110 латов надо выкопать могилу, что это самое необходимое. Могилу на сегодняшний день стоит выкопать в районе от 80 до 110 лат. Вот вы выкопали могилу за эти деньги. И все. И деньги закончились. А как хоронить? Надо же, допустим, человек умер дома, надо вывести его из дома.
надо услуги морга, надо гроб выбрать, надо покрывало в чем выбрать, надо людей, кто будет обслуживать, надо какую-то панихиду устроить, это либо священники будут, либо гражданская церемония. То есть набегает очень много всего, что надо еще сделать, а денег нету. То есть, слушайте, никакая не мафия, вы там где-то... золоте не купаетесь. Конечно. Если... Просто это... А самые дорогие похороны, которые вот в практике вашей или фирм похоронных услуг, которые входят в вашу ассоциацию, самые дорогие похороны? Ну, в районе 3000 лат. 3000 латов? Да. Но тоже 3, а там не 30. Не 30. 3 это, в лучшем случае, это раз в два года бывает. Светлана из Риги, звонок по телефону от нашей зрительницы. Светлана, слышите нас? Добрый вечер. Алло, алло. У нас что-то нету связи сегодня. А после того, как прервался разговор с Юрием из Олайны. 6735-7431, телефон прямого эфира. Вот что спрашивает вас Надежда. А вот беспокоит одна и та же проблема. Насколько реально утвердить закон об использовании спецтранспорта или катафалка для реального предназначения? Ведь надоело, что когда ты ездишь по городу на своем минивэне, тебе очень часто встречается точно такой же минивэн, но только с надписью «Abbedition Service». Похоронное бюро не использует для этих нужд спецтранспорт, а просто покупает минивэны, едут в ЦСДД, получают сертификат о том, что теперь этот автомобиль является катафалком. Я считаю, что все-таки это реальная проблема, пишет Надежда. Насколько реально узаконить эту ситуацию и во сколько все это может обойтись государству. Поразмышляйте на эту ситуацию. Действительно, нету ни спецтранспорта. Раз храни как хочешь, то и вези как хочешь. Раз вези как хочешь, то, соответственно, и на чем хочешь. Да. В Риге есть такой закон. Это сделала Рижская дума. Но это правило, это нолык самоуправления. Да, нолык, да, совершенно верно. Правило, что на Рижское кладбище можно заезжать только катафалком. И все начали переделывать машины. То есть на сегодняшний день есть, опять, наверное, Нолликомс, да, ЦСДД, как должен выглядеть катафалк. Там написано, что должна быть перегородка, должен быть вентилятор, который выбирает воздух умершего, должен быть место, где, чтобы заезжал гроб. В принципе, и все. То есть переоборудование этой машины, оно стоит недорого? Недорого. Только можно там деревом заделать, кто-то делает хорошо, кто-то делает плохо, но факт, что делают, и читаешь, когда эти правила, в принципе, там ничего такого сложного нет. Два электронных послания, вот они, что называется, очень личные. То есть они вот, вы не уйдете от этого ответа, господин Пизанс. Первое от анонимного человека, он пишет: «Я работаю в больнице». И две машины приехали за одним покойником. На территории больницы подрались двое шоферов из-за этого одного покойника. Приезжают в больницу к 7 часам и караулят, пока кто умрет. Просто ужас какой-то. А второе электронное послание от человека, который подписался как Олег. Вот насколько мышечная масса, ведь сквозь рубашку у него, у гостя, просматриваются тренированные бицепсы, помогает ему защищаться в бизнесе. Похоронный бизнес действительно требует, что ли, отличной физподготовки? Меня, пишет Олег, сейчас по ходу этой программы ответ гостя смерти перестал бояться, как-то удивил. Он как-то связан с возможными разборками вокруг этого бизнеса или нет? Ну, какие-то возможные разборки, они всегда происходят. Кто-то что-то всегда будет недовольный. Конкуренция, она есть, конкуренция. Но чтобы так кто-то там дрался, такого в наших организациях это точно не было. Ну, вообще такое может быть, да? Что может стоят, быть, да? Дежурят, информация, конечно, перепродается. Конечно, все это возможно. И даже две фирмы могут приехать за одним усопшим? Могут. Потому что одной фирме, скажем, одна организация дала какие-то координаты, другой фирме другая организация дала какую-то фирму. Они вместе приезжают, и получается, что они вместе в одно время приехали и не могут поделить, кто вообще будет это делать. Ну, если деньги не такие уж и большие, то почему такая драка? Если вот только на две пенсии хоронится, то со всеми налогами, вы только что просчитали, да. Может, только могилу выкопать себе. А потому что все думают, что тут денег очень много. На самом деле их тут нету. И почему такая конкуренция? Ну, такие люди тут работают. У них и нету ничего святого, чтобы где-то вырвать, подраться и так далее. Я вас еще говорю, что в наших организациях, где наши сотрудники работают, мы никогда ни с кем не дрались и никому не рвали. Михаил спрашивает вас, что конкретно хочет узаконить гость? Конкретно узаконить все с самого начала до самого конца. Как это должно происходить? Потому что даже семейные врачи задают вопрос, как это правильно оформить. Должно быть, кто должен приходить домой, кто должен осматривать труп,
как должны осматривать труп, кто должен писать документы, как его надо вести, какие сотрудники его везут. Потому что умершие бывают совершенно разные. Есть с заболеваниями, есть не с заболеваниями. То есть тот же самый обслуживающий персонал, он должен знать, как правильно взять тело, как его нести, как его принести, как его положить в морг. При какой температуре должен быть, где морг должен находиться, должен быть свой санитар, должен быть врач, который должен осматривать тело, когда он уже привезли в морг, чтобы не было никаких насильственных смертей. То есть много-много всяких причин, что надо следить и за этим. А надо. Сейчас разве врач не осматривает в морге? Вот для меня было тоже в известном смысле откровением, что в последнее время вскрытие не обязательно по желанию родственников. Да? Если, конечно, не произошло какое-то преступление. Так оно на самом деле происходит. Никто его не осматривает. Здесь только узнают, что где-то человек умер, выехали какие-то фирмы, забирают его в машину, они даже не проверяют. А при этом это же тело может попасть и в контейнер под Валмирой, совершенно и верно. В гараж к дяде Васе, и куда угодно. Совершенно верно. Куда угодно. Как у него судьба сложится, так сказать. Давайте Йонаса послушаем. Человек представился Йонас, он из Риги. Прошу вас, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый. Здравствуйте. Я хотел спросить. У меня умер старичок, хозяин. Ему было 80 лет. Я отвез к крематории. Да. Когда я отвез его на могилу, я выкопал ямочку и высыпал урну. И там был не человеческий попел, а дерево. Дерево? Дерево. Человеческий попел. Я знаю, какой цвет. Да. А здесь прямо дерева. Да. Дерево. Спалено и засыпано. Да. Только жалко было, что я эти документы выбросил. И было бы мне не выброшено, я был бы отвезший на проверку. А скажите, пожалуйста, Йонас, вот вы тело своего приятеля кремировали в Риге, в рижском крематории? В Риге, да. В Риге. Спасибо вам большое, господин Пизанс, ваш комментарий. Это возможно? Ну, это надо у господина Озолса спросить. Не, ну, там же он же ответил уже. Мамыкина купили, взятки на ТВ-5 текут рекой, но, в принципе, возможно, что это не тот прах, не тот пепел, что, не знаю. Я думаю... Опять-таки, страшилки в интернете, можно и песка в банку насыпать. Все это может быть и возможно, но давайте подумаем с другой стороны. А зачем туда что-то другое насыпать? Если есть умершие, его кремировали, зачем насыпать что-то другое, когда есть пепел? Что вы с этим пеплом делать, которого кремировали у человека? Для чего он нужен? Не для чего. Я думаю, что это просто какие-то фантазии людей, что где-то сжигают, песок насыпают, людей не сжигают, не кремируют. А что с ними делать, с умершими? Это большое количество проходит через кремацию. И... А можете сказать, сколько кремируется покойных тел? В Риге кремируется где-то в порядке 2000 кремаций. Это за какой цикл времени? За год, да. А остальные – это похороны. Слушайте, все равно же рано или поздно мы, как уже большие мегаполисы, вроде там Москвы и прочих крупных городов, или в Германии, где много народа, где очень дорогая земля, и храниться будет все дороже и дороже из-за дороговизны даже земли. Кладбищ будет объективно не хватать. А кремация может стать таким, более востребованным видом похоронных услуг. Я пока правильно рассуждаю? Да. Я хочу вот эту мысль, чтобы вы развили дальше. Получается, что строительство и колумбариев, и конкуренция на рынке услуг кремации, все это неизбежная необходимость, которая должна на рынке развиваться. Совершенно верно. Вы видите сейчас, что есть этот посыл развития? Или вот глубоко уважаемый, уж не буду говорить, тут у нас герой дня стал господин Озолс, честный, имеет определенную монополию какую-то сейчас? Они имеют монополию, и когда они узнали, что мы собираемся строить крематорий... А вы собираетесь строить крематорий? Да. Это он был везде. Мне кажется, в каждой организации везде кричал, зачем нам крематорий и зачем нам конкуренция. То есть на сегодняшний день они имеют монополисты в Латвии.
И мы с ними таким способом боремся, что мы кремируем в Эстонии, чтобы как-то людям... А для клиента, для того, кто платит, это дешевле обращаться, например, там, к другим крематориям в Эстонии, в Литве и привозить тело? Да, это разница в районе где-то 100 лат. Даже 100 лат. Да, ну, 100 латов в кризис или там для простого человека. Это большие деньги. Это огромные деньги. Слушайте, но если нету никаких как бы законодательных актов, если не всякое самоуправление, но вот Рига имеет этот ноликумс, а какой-нибудь там Стопинская волос, может быть, даже его не имеет. Нет. То получается, покупай кусок земли, строй себе печь и создавай этот крематорий. Правильно? Ну, не так все просто. Почему? Ничего же не написано. Нет, про крематорий написано. Про похоронщиков не написано, которые в землю хоронят людей. Да, а про крематорий есть законы, он написанный. И мы участвовали в этом тоже написании. И господин Озулус там участвовал со своими людьми. И, в принципе, получилось неплохой. То есть там прописано все. Как должно от самого начала до самого конца. Иво Калнич прислал очень философское электронное послание. Ничто так не примиряется со стоимостью жизни, как счет за погребение. Давайте жить так, чтобы даже гробовщик пожалел о нас, когда мы умрем. Ну что ж на самом деле за бардак? Это уж другая электронка, когда столько фирм приезжают за телом. Кто-то сверху не хочет, что ли, заниматься законом. Вам нужно целую создать передачу об ответственности в нашей стране. Кто за что у нас отвечает? Ну, может быть, мы и дойдем до этой передачи господина Озулуса, так вдвойне буду рад здесь видеть. Если в вашей организации, ассоциации какие-нибудь льготы или помощь в случае похорон, спрашивает Александр. Или у вас ассоциация получается такая, ну, сугубо профессиональная, она объединяет только, ну, как сказать, фирмы похоронные, да, а простой человек, который уже сейчас, может быть, мементо море, помня о смерти, ему в ассоциацию вашей вступать не имеет смысла. Нет, в ее есть смысл вступать, потому что всем клиентам нашей ассоциации, в которые люди обращаются в наши фирмы, ассоциация выплачивает еще 25 лат маленькое такое пособие, которое получает родственник на свой счет. Это там не скидка, ничего, это они получают именно. А есть какие-то членские взносы? Да, да. С этих членских взносов все и происходит. Потому что я вот знаю, например, многие частные кладбища, в том числе Покровское кладбище. Да. Ну вот как ты, как вообще на в кладбищенском бизнесе ты будешь привлекать клиентов? Ну, вы все рано или поздно умрете, что ли? Пожалуйста, забронируйте местечко, оплатите счет, сейчас скидка. То есть, ну как-то так немножко цинично, да, выглядит для человека, который, может быть, в ежедневном потоке жизни о смерти не думает. Но при этом, наверное, если подумать о смерти сейчас, то потом будет проще, по крайней мере, родственникам. На Покровских кладбище можно купить место, и можно купить на частном кладбище, которое в Стопинской волости находится в Риге. На муниципальных кладбищах нельзя купить место заранее. Нельзя? Нельзя. А почему? Это тоже опять-таки положение самоуправления? Да, это положение самоуправления. Будет умерший, будет тогда продажа места. То есть они таким образом регулируют продажу места. Потому что очень много людей, которые бы хотели бы при жизни уже купить место, чтобы знали, что их тут уже похоронят, как-то уже благоустроить это дело. Но, к сожалению, такого у нас нет. Но это же естественно. Где-то это естественно, у нас это нет. Ну, я знаю, в Германии, например, там... Да и в Москве, и везде можно купить место заранее. У нас нет. У нас такая политика. Вы все-таки думаете, что это политика в первую очередь? Конечно. Почему, допустим, раньше, там, 3 года обратно, еще когда руководили другая власть, так скажем, места были на кладбище бесплатные. И было 2 места. Это открытое кладбище, это в Ямсусе был драйв. Когда у человека нет места на семейном кладбище, да, то умерший умирает, ему дают 2 места. То есть, как там, для мужа и жены, или для жены для мужа. То есть, удавались 2. То есть, совершенно нормально это было. Копка могилы тогда стоила в районе 30-40 лат. Это занималась частная фирма. Потом, когда город забрал кладбище себе, место стало 50 лат. Одно. Копка стала 70 лат. На сегодняшний день цена поднялась 2 раза. Место стоит 100 лат. Выкопать могилу там 80 до 110 лат. То есть почему они так делают, и непонятно. Есть только одно. Мысль у нас появилась такая, что они пособие выдают, они пособие забирают. То есть деньги никуда не уходят. Не совсем же они, потому что 2 пенсии – это все-таки пенсия из государственного бюджета, из социального бюджета, который человек получает. Все равно государство, так скажем.
что где-то не стоит. Хотя, может быть, есть у самоуправления отдельные просто пособия на умерших людей, но, опять-таки, тут самоуправление решает каждое само, и, может быть, ситуация в Риге совсем не такая, которая в районах, что называется. Валентина из Риги, звонок по телефону от нашей зрительницы. Валентина, вы слышите нас? Добрый вечер. Да, я... Здравствуйте, здравствуйте. У меня вопрос к гостю. Скажите, пожалуйста, вот в Риге есть какие-то компании, с которой одинокий человек может заживо договориться о похоронах? Или куда денут труп одинокого человека, если ему некому похоронить? Спасибо, Валентина. Вот по голосу видно, что человек совсем не молодой звонит и есть такие... обеспокоен. Есть такие организации, вы можете и с нашей ассоциацией договор заключить, с нашими с фирмами, вы можете заключить с другими фирмами, но смотрите, чтобы эти фирмы были надежны и долго которые работают. Вы спросите у родственников, у знакомых, кто-то где-то хоронился, чтобы эта фирма работала на рынке давно. В каждой фирме почти есть договора, с которыми можно заключить о дальнейшем захоронении умершего. И но фирмы сдержат свое слово? Да. Или возьмут деньги и там лопнут через год или там обманут? Вот поэтому обращайтесь человек, в фирмы. Человек одинокий, человек, у него нет родственников, человек уже сейчас думает. А с этого человека денег не возьмут никаких сейчас. Его похоронят за две пенсии, которые у него есть. Либо... Хорошо, а если вы не успеете, ваша ассоциация, и придет та, которая у морга дежурит, и вон, дерутся у катафалков шоферы? Ну, значит, мы должны как-то узнать об этом первой. То есть какие-то родственники должны, соседи сказать, что этот человек умер. И оповестить, либо это, если это в больнице происходит, значит, врач должен оповестить, сказать, что вот у этого человека есть договор с этой фирмой, с организацией. И это опять-таки, мы все-таки, я думаю, мы возвращаемся к закону, чтобы человек, который там, как в медицинских данных, есть же отметка о том, можно ли после смерти органы человека брать для трансплантации. Это законом отдельно регламентируется. Да. Наверное, и похоронные нюансы тоже можно было бы регламентировать. Можно было бы. Скажите, вам что-то говорит имя, по крайней мере, человек так подписался, Юлия Потрошкова? Нет? Да. Да? Она написала, к счастью, не все так думают, как господин Озолс, она написала вообще много теплых слов в ваш адрес. Тема интересная, вы молодцы, что ее подняли. Для господина Пизанса. Сергей молодец, он поднял сам этот бизнес, и человек действительно занимается своим делом, а завистников много в любом бизнесе, главное, чтобы костюмчик сидел. Вот я не могу тоже с Юлией не согласиться, потому что вообще на ровном месте господин Озолс знать не знаю. А, и ты мамокин взятки берешь. Да. И лопатой гребешь там. И все. Приятно получать слова благодарности? Конечно. Вы знаете, ваш бизнес неизбежно связан с горем, с печалью, с прощанием, с уходом человека навсегда. И, наверное, так получается по сфере бизнеса. Вас могут грузить проблемами, говорить, что нужно сделать, как выполнить, в какие сроки уложиться. А потом, спустя какое-то время, вам часто просто говорят спасибо за хорошо сделанную работу. Часто. Часто. Нам звонят буквально недавно, на прошлой неделе. Нам каждую неделю кто-то звонит и говорит спасибо. Бывает, честно скажу, бывает, кому мы что-то неправильно сделаем. То есть они так считают, что мы неправильно сделали. Бывает такое. Мы не все безгрешны, так скажем. Но большинство мы получаем хороших, добрых слов, что спасибо, что вы нам помогли. Я вам скажу еще другое, что мы вот работаем с 2004 года, и к нам люди идут. И идут, и второй, и третий раз, и четвертый, и советуют кому-то. Если бы мы делали, чтобы неправильно было, к нам бы люди бы не шли бы, и обороты наши бы падали, и мы бы на этом бы рынке, наверное, не работали. Если, как у нашей звезды сегодняшнего, или самое, у него падают обороты, но пускай он задумается, как он работает. Ну, звезду-то мы тоже обязательно пригласим на эфир. Вот, особенно про финансирование. Тут просто любимый вопрос, я уже смотрю. Вам же тоже хочу сказать спасибо за час этого прямого эфира. Приходите еще, я думаю, эту тему надо продолжить, потому что, как Владимир Семенович Высоцкий написал в песне «Райские яблоки», я когда-то умру, мы когда-то всегда умираем. Спасибо. Пожалуйста. Это Сергей Пизанс, он руководит Европейской ассоциацией похоронных фирм. Был весь этот час на ваших и наших экранах. Онлайн голосование как сложилось, так сложилось. Люди верят, что попадают в лапы похоронной мафии. Может быть, это тоже точка зрения, которая бесспорно имеет право на отображение в эфире. Я прощаюсь до завтра. Впереди в 10 вечера программа «Вечер Эд-22» с Алексеем Новиком. Оставайтесь на пятом. До свидания. Стиль ведущих от салонов красоты «Дзинтрекс».